9 августа в конференц-зале административного здания Пенсионного фонда России по Республике Адыгея прошла видеоконференция на тему об организации работы по созданию в Республике Адыгея единой государственной информационной системы социального обеспечения. Вел конференцию управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Адыгея Аскарби Кулов. В Кашхабльском районе в видеоконференции приняли участие начальник управления Пенсионного фонда в Кашхабльском районе Аслан Ашев, руководители отделов Пенсионного фонда, заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Мария Тугланова, заведующий отделом по социальным вопросам Саида Бегеретова. Задача единой государственной информационной системы социального обеспечения – объединить регистры и базы данных поставщиков и получателей социальных услуг, созданных на федеральном и региональном уровнях, а также повысить прозрачность системы социального обслуживания. Более того, этот проект позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, получающих государственные социальные поддержки из бюджетов всех уровней федерального и субъектов России. С внедрением этой информационной системы у каждого жителя Адыгеи будет возможность контролировать все меры социальной поддержки, которые он получает и будет получать. Единая государственная информационная система социального обеспечения заработает с января 2018 года.